Всем привет, друзья! Привет, товарищи! С Англии. Как видишь, я нахожусь в городе Варшава. Приехал отдохнуть, не знаю, останусь сегодня на ночь там в хостеле, отдохну, посмотрю. Уставший, ехал долго, потому такой замученный. Вот такой движняк по Варшаве. Ребята на великах. У нас там задождило, решил развеяться, так что вот решил развеяться, чуп и не в Польше. Кстати, из Днепропетровска билет до Львова самый дешевый я ехал, там 176 гривен всего, а билет до Варшавы со Львова 560 гривен, что-то такое. Так что мне обошлось. Вот, поставил карточку польскую, на телефон звонить. Связь, кстати, что-то плохая по интернету, поэтому запишу. Уже буду дома все перекидывать. Так вот, прогуливаемся. Красотища, конечно. Жена говорит, ты доволен, ну а чё бы и нет. Почему и не пройтись? Потом, возможно, будет возможность у брата с ним в Германию, может, слетаю. Но пока не горит. Уже у меня скоро день рождения, поэтому я как бы самому себе можно подарки делать. Вот я решил развеяться. Красиво, как будто в Европе. Зашел, кофе выпил, перекусил. Брожу, мне без разницы, куда бродить. Поэтому так вот. Вот такой трафик. Ребята, такой репортаж один закончу, коротенький. Подписывайтесь, ставьте лайки, жду новых подписчиков. Всем привет!